Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале «Первый Карагандинский», в студии Гульнур Жакен. Сегодня в выпуске. Если виновных в нарушении нет, то назначим. Карагандинские бизнесмены продолжают страдать от произвола чиновников. Состоялось очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей. Ремонтная компания добралась до трех дорог, которые не знали ремонта еще с советских времен. Аким Караганды Нурлан Обакиров рассказал о предстоящих работах. Более полусотни студентов-журналистов собрались в Караганде. В Государственном университете имени Букетова состоялась ежегодная республиканская олимпиада. Малый и средний бизнес Караганды продолжает страдать от произвола чиновников, их некомпетентности и откровенной лени. В Палате предпринимателей состоялось очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. На нем обсуждены очередные факты ущемления прав бизнесменов. Представитель, вот юрист КХ сказал, ТО «Энергоинжиниринг» выполнил все добросовестно, в полном объеме. Однако меня делают виновным. Компания «Энергоинжиниринг» занимается установкой уличного освещения. По словам руководителя компании, почти вся их работа связана с государственными органами. Иначе говоря, фирма существует на госзаказах. В 2016 году компания выиграла тендер на обслуживание уличного освещения Караганды. Затем с отделом ЖКХ было подписано дополнительное соглашение на два первых месяца 2017 года. Однако аудит выявил нарушение, и деньги, выделенные по дополнительному соглашению, компания должна вернуть. Отдел коммунального хозяйства виновных в своем отделе почему-то искать не стали. Написали то, что руководитель на данный момент находится в отпуске по уходу за ребенком и согласно закону о госслужбе к ответственности привлечен быть не может. Тем самым подали в суд на взыскание суммы, определенные финансовым контролем с компанией «Энергоинжиниринг». То есть организация, которая выиграла тендер, работала по утвержденной руководителем отдела коммунального хозяйства проектно-сметной документации, должна деньги, которые были потрачены на обслуживание уличного освещения вдоль дорог города Караганды, вернуть в доход государства. Складывается парадоксальная ситуация. Нарушения со стороны отдела ЖКХ вроде бы есть, но привлечь к ответственности руководителя отдела не представляется возможным, поскольку та находится в декретном отпуске. У самого отдела претензий к работе компании «Энергоинжиниринг» нет. Но решение принято абсурдное. Если есть нарушение, то кто-то должен понести ответственность. Так пусть это будет компания-подрядчик. Просто вы не ожидали ничего лучшего, как эти деньги взыскать с добросовестного предпринимателя, да, которому претензий у вас нет. Получается вот такой замкнутый круг, да. Конечно, немного неправильно. Были административные, ну, такие процедуры нарушены. Не спорим, да. Приписали мы дважды обжаловали в двух инстанциях, и в СМЭС, и в областную коллегию. А оба решения суда были не в нашу пользу. Ну, деньги были направлены по целевому назначению. Однако, хочу дополнить. Лучше вы как это вы нашли в том, чтобы. Ну, мы обязаны были подать, мы вынуждены подать. Но однако хочу добавить, что судьей было предложено то энергоинжиниринг подать в регрессном порядке на нас суд за то, что он потерпел убытки. В Палате предпринимателей заявили о своей четкой позиции. Добросовестных предпринимателей они в беде одних не оставят. Если надо, к решению этого вопроса будут привлечены и аудиторы, и прокуроры. То есть это уже вопрос соблюдения обязательств по государству. Пусть, значит, агентство нам даст свой ответ, кто виноват. Может быть, в данной ситуации, значит, со счет нужно и, значит, и аудит тоже пригласить и там посмотреть. Возможно, какой-то компромисс надо найти. Если не удастся, тогда мы просто в суде будем оказывать содействие предпринимателю. Палата тоже принят участие в этом. Мы через прокуратуру тоже просим, чтобы поддержать. Стоит отметить, что подобных примеров масса. Карагандинские предприниматели рассказывали свои неприглядные истории общения с государственными органами.
В палате предприниматели также заявили, что если у представителей малого и среднего бизнеса вдруг возникнут проблемы во взаимоотношениях с госорганами, то Совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции всегда готов рассмотреть их обращение и помочь в разрешении конфликтной ситуации. Андрей Теншал, Карл Тынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде продолжает масштабная кампания по ремонту дорог. В нынешнем году, среди прочих, планируется отремонтировать дороги частного сектора в Михайловке. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникации рассказал аким города Нурлан Обакиров. Вместе с ремонтными работами на автомобильных дорогах в прошлом году производилась работа по обстановке пути. В рамках программы по обеспечению безопасного дорожного движения по рекомендации дорожной полиции было установлено 800 дорожных знаков. И все же главной темой брифинга стал ремонт автомобильных дорог. Градоначальник доложил, что за последние два года в Караганде было отремонтировано порядка 141 километра автодорог. На это было потрачено свыше 10 миллиардов тенге. В прошлом году ремонт проводился в два этапа. Когда отбирали данные улицы, благодаря вот поддержке акима области, депутатского корпуса, были выделены очень большие средства для проведения ремонтных работ. И именно выбор пал на те улицы, которые очень давно, даже с советского времени, не проводился масштабный ремонт, ни среднего, ни текущего ремонта. В прошлом году были отремонтированы дороги Октябрьского района в Пришахтинске и Сортировке. В нынешнем году ремонтная кампания продолжится, заверил аким. Очень много поднимается, особенно мы изучаем тоже всю прессу, очень много поднимается вопросов в части именно асфальтирования и на восстановление асфальтобетонного покрытия в частных секторах. Ну, в частности, поднимается вопрос по Михайловке. Очень часто. И в этом году вот эти переходящие улицы, они будут все отремонтированы. Такие, как улица Седова, улица Дубовская, это будет Буровая, Западная, Челябинская, Рылеева. То есть это те улицы, на которых действительно очень давно не было никакого асфальта. Что касается безопасности дорожного движения, то в этом году начинаются работы по внедрению современной системы обеспечения безопасности дорожного движения, такие как умный светофор, видеоаналитика, тепловизоры, система определения потока автомобилей для распределения транспортного потока в часы пик. В целом работа по улучшению транспортной инфраструктуры города Караганды продолжается, резюмировал Нурлан Албакиров. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 30 марта в Карагандинском спортивном комплексе «Жастар» стартует 4-й международный фестиваль робототехники, программирования и инновационных технологий «Роболэнд-2018». В преддверии фестиваля организаторы и гости собрались за круглым столом, где обсудили цифровые трансформации образования. Крупнейший в Казахстане фестиваль детей и подростков, увлеченных новыми технологиями, стал традиционным, но ежегодно программа обновляется. Форум является площадкой для популяризации образовательной робототехники среди учащихся школ и колледжей, развития и объединения сообществ в данной сфере. В этом году в фестивале «Роболэнд» будет участвовать 771 команда, в том числе 754 из Казахстана, 13 из России, 1 из Киргизии и 3 из Польши. Цифровую трансформацию образования обсудили за круглым столом в областном филиале партии «Нур-Отан». Представители Министерства образования отметили, что в более чем 1000 казахстанских школах открыты кабинеты робототехники. 2500 школ имеют кружки робототехники. А с прошлого года 2500 школ уже начали внедрять, я бы так сказала, элективный курс робототехника, разработанный Назарбаев интеллектуальными школами. Помимо этого, важный момент приобретает подготовка квалифицированных кадров, которые будут преподавать предмет робототехника. И поэтому только за последние два года повышением квалификации в стране охвачено более 5 миллионов педагогов. А в этом году предстоит охватить еще и где-то 1500 учителей информатики. В марте нынешнего года в Министерстве образования создан координационный совет по вопросам развития робототехники. Главная его задача на сегодня – консолидировать все заинтересованные стороны для развития образовательной робототехники. Не лишним будет и исследование опыта зарубежных школ. Своим опытом успешно делятся учителя средней школы Московской области.
Я приехала поделиться своим опытом, так как я являюсь цифровым учителем года России 2017, но при этом не являюсь учителем информатики, а веду гуманитарные дисциплины. Я хочу показать и поделиться своим опытом другим учителям общественно-гуманитарных наук, что на самом деле не нужно быть учителем профильным для того, чтобы владеть ИКТ-навыками и компетенциями. Что на самом деле современный мир предлагает нам такое громадное количество сервисов и возможностей, которые не требуют больших затрат для подготовки к урокам и при этом делают процесс обучения очень интересным. За круглым столом особо отметили роль именно Карагандинской области в консолидации различных сил для развития образовательной робототехники. Опыт, накопленный Карагандинским регионом, с успехом уже применяется в других регионах страны. По завершению работы круглого стола гости посетили учебные заведения области, где прочитали лекции и провели мастер-классы. Ну а в пятницу состоится открытие 4-го международного фестиваля робототехники. Андрей Тенаман, Кужанов, Андрей Тимофеев. Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них 3 дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку, а теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. В Караганде стартовала республиканская олимпиада по журналистике. Студенты из 16 вузов Казахстана приехали в шахтерскую столицу, чтобы побороться за призовые места в юбилейной олимпиаде. Республиканская олимпиада по журналистике проходит 10-й год подряд. С каждым годом увеличивается число участников и усложняется задание. Олимпиада служит отличной подготовительной площадкой для будущих акул-пера. Знания студентов проверяют в несколько этапов. Участники презентуют видеоролик, проходят тестирование и пишут эссе. Каждый год олимпиада проводится в разных городах. Если в прошлом году будущих журналистов встречала солнечная Кызылорда, то сегодня гостеприимством участников олимпиады радует шахтерская столица. На торжественной церемонии открытия олимпиады с речью выступил декан филологического факультета Карагандинского государственного университета имени Евгения Арыстановича Букетова Мухаммадгали Абдуов. Он отметил, что профессия, которую выбрали студенты, очень трудна и ответственна. Журналистика – очень сложная профессия. Путь, что вы выбрали, будет долгим и трудным. Однако это та профессия, которая очень любима нашим народом. Я и сам после окончания факультета филологии начинал свою трудовую деятельность с работы пресс-секретарем. В данный момент я понял, насколько трудно быть журналистом. Дорогие студенты, помните, что вы несете ответственность перед населением. Никогда этого не забывайте. Я хотел бы пожелать, чтобы каждый из вас стал победителем. Подобное желание похвально, но, увы, победителем может быть только один. Ведь состязания придуманы для того, чтобы определять самых лучших и достойных. Все участники, несомненно, хотят одержать победу. В их числе и студентка университета Туран Талшин Утепова. В республиканской олимпиаде девушка участвует не в первый раз. 2 года назад Талшин не хватило опыта. Теперь же студентка 4-го курса уверена, что удача окажется на стороне ее команды. У Талшин есть свой кумир в журналистике. Это Майя Веронская. Девушка имеет четкое представление о том, какими качествами должен обладать настоящий журналист. Кругозор должен быть очень широким, он должен быть качественным, это самое главное, грамотным. И самое главное, он не должен подвести своих коллег, свой народ и свое государство. Нужно вкладывать всю свою душу и все. Да, нужно вкладывать всю свою душу и любить свою профессию. Работы студентов будет оценивать жюри, состоящее из корреспондентов республиканских каналов, редакторов информационных агентств и преподавателей кафедры журналистики Карагандинского государственного университета. В ходе 2-дневной олимпиады участники будут соревноваться в командах из 3 человек. Победителей наградят дипломами и ценными призами. Тожан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.
тюркском мире 2018 год объявлен годом Макжана Жумабаева. К 125-летию великого поэта приурочено множество мероприятий. В гимназии номер 39 состоялся финал городского конкурса «Макжановские чтения», в котором участвовали школьники и учителя. Из сотен конкурсантов лишь десятки прошли в финал. Примечательно, что помимо стихотворений поэта, участники конкурса читали и собственные стихи, посвященные Макжану Жумабаеву. Арстандай айбатты, жолбастай қайратты, қандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларға ар, мен жастарға сенемін. Это стихотворение, вышедшее из-под пера одного из величайших поэтов казахского народа, стало гимном всей молодежи Казахстана. Строки о глубокой вере Макжана Жумабаева в храбрость и ум юношей и девушек по сей день звучат в устах казахстанских школьников. В этом году на территории всей страны отмечается 125-летие Макжана Жумабаева. В гимназии номер 39, которая носит имя поэта, к этой дате приурочен ряд мероприятий. Одно из них – это городской конкурс «Макжановские чтения». Организаторами мероприятия выступили городской отдел образования и 39-я гимназия. Конкурс проходил по трем номинациям. После отборочного тура, который состоялся днем ранее, в финал прошли лишь самые достойные участники. Среди 79 школ города более 50 изъявили желание принять участие в конкурсе. К нам поступило много заявок. Конкурс проходит по трем номинациям. В первой ученики школ читают стихотворения наизусть. Во второй номинации участвуют только учителя. Они пишут эссе на тему «Духовное возрождение» и Макжан Жумабаев. В последней номинации учителя и школьники читают стихотворения собственного сочинения, посвященные Макжану Жумабаеву. В финал мы пропустили лишь 7 школ, которые удивили нас количеством выученных стихотворений и выразительным чтением. Ученики и вправду постарались на славу. Некоторые участники выучили наизусть 50, 100 и более стихотворений поэта. Помимо хорошей памяти, школьники обрадовали судей выразительным чтением. Любовь молодого поколения к творчеству поэта вселяет надежду на то, что имена великих талантов не будут забыты и годы спустя. Директор гимназии номер 39 Абылай Жалелов отмечает, преподавательский состав школы делает все, чтобы ученики знали и гордились Макжаном Жумабаевым. В 1996 году этой школе было присвоено имя Макжана Жумабаева. Мы гордимся этим фактом. В нашей гимназии ведется предмет макжановедения. Кто, если не ученики нашей школы, которая носит его имя, будет свято чтить поэзию Макжана? Этот конкурс – одно из немногих мероприятий, которые мы планируем провести. Каждый месяц мы будем организовывать по одному мероприятию в честь торжественной даты. Подготовка к чтениям – дело нелегкое. Нужно побороть страх сцены и волнение, чтобы прочувствовать и передать произведение. Ученик гимназии номер 39 Нуртлеу Куаныш имеет огромный опыт участия в подобных конкурсах. По его словам, главное в этом деле – уверенность и нацеленность на результат. Каждый ученик должен тщательно готовиться к конкурсу вместе со своим преподавателем. Нужна уверенность. Если ты уверен в себе и ставишь перед собой цель отлично выступить, то у тебя получится. Мероприятие началось с круглого стола, на котором преподаватели вузов и школ вели речь о литературной значимости произведения Макжана Жумабаева. Далее участники разделились по номинациям и выступили перед членами жюри. Лучшим чтецом стихотворения поэта была признана ученица общеобразовательной школы номер 61 Бибиайша Сани, которая выучила наизусть 150 стихотворений поэта. Автором лучшего эссе стал учитель 8-й школы Мартбек Кузембаев. Самые трогательные стихотворения, посвященные Макжану Жумабаеву, были написаны учеником 76-й школы Тлеужаном Камыспаевым и учителем 93-й гимназии Асылбеком Сулейменовым. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И в продолжение темы. На познавательно-литературном вечере в гуманитарном колледже 25 студентов прочли лучшие стихотворения Макжана Жумабаева и показали гостям видеоролик о жизни поэта. Мероприятие было организовано в рамках программы «Рухани Жангру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
гостей мероприятия встретили под выступление духового оркестра. 4 года назад в колледже открылся лекционный зал имени Серика Аксункарула. С тех пор здесь проходят мероприятия, приуроченные ко дню рождения поэта. В этом году в тюркском мире отмечается 125-летие великого казахского поэта Мағжана Жұмабаева. В связи с этим в колледже прошел познавательно-литературный вечер под названием «Мағжан и поэзия». Мероприятие посетили известные поэты Сарарки. Они наблюдали за выступлениями студентов колледжа и отметили, что их вера в будущее молодого поколения велика. Мы все верим в молодежь, в которой ни на миг не сомневался Мағжан Жұмабаев. Глядя на этих ребят, я могу смело сказать, что подрастает достойное поколение, которое поднимет наш Казахстан на небывалые высоты. Один из участников, Адилет Алинов, с детства влюблен в поэзию. За время учебы в колледже Адилет успел принять участие во многих поэтических конкурсах. Студент с особым трепетом относится к творчеству Мағжана Жұмабаева. Он уверен, что его поэзия должна жить долгие годы. Мағжан Жұмабаев – многогранная личность. Он отличный поэт, но многие не знают, что он еще и композитор. Таких людей всегда нужно величать. Я желаю, чтобы молодых людей, которые любят и ценят творчество Мағжана, было больше. В ходе мероприятия 25 студентов колледжа тронули сердца зрителей, проникновенно прочитав стихотворение Мағжана Жұмабаева. Стоит отметить, что его 125-летие широко празднуется не только в Казахстане, но и во всем тюркском мире. В нашей стране проводятся массовые мероприятия, посвященные творчеству и жизни талантливого поэта. Тохжан Лянова, Шалкар Алтынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде продолжается отбор в казахстанскую команду для участия в международном конкурсе «Воин Содружества». В Министерстве обороны отмечают, что участвовать в этом испытании армейских профессионалов – большая честь и ответственность для любого военнослужащего контрактника. Такие конкурсы способствуют развитию многостороннего партнерского военного сотрудничества в формате СНГ. Военнослужащие по контракту со всего Казахстана преодолевают полосу препятствия. Им необходимо за кратчайшее время совершить марш-бросок, отстреляться на огневом рубеже. Среди других этапов – метание гранат и ножей. На базе учебного центра «Спасск» продолжается подготовка кандидатов для участия в международном конкурсе военно-профессионального мастерства «Воин Содружества». Участники, которые выиграли, показали лучшие результаты в масштабе воинских частей регионального командования видов войск. Проводим отбор. Участвует около 65 человек, лучших военнослужащих вооруженных сил, которые будут представлять Казахстан в этом конкурсе. Жесткий отбор проходят и женщины-военнослужащие. В международных армейских играх они традиционно принимают участие в творческих конкурсах и состязаниях на эрудицию. Один из претендентов – сержант Жанаргуль Акболанова из города Актобе. Я буду готовиться, стараться выиграть этот конкурс, стать победителем, представлять нашу страну, Казахстан. Подготовка кандидата ведется в строгом соответствии с упражнениями, входящими в программу конкурса. По каждому упражнению инструкторами ежедневно проводятся интенсивные тренировки, включающие в себя пошаговую отработку каждого элемента, выявление и устранение ошибок, наращивание результатов. В результате отбора из 65 военнослужащих в финальную стадию подготовки войдут не больше 16. По итогам отбора мы оставим здесь 16 человек, которые будут заниматься подготовкой, тренироваться на базе «Спасска». И в последующем будет отбор снижаться до 4 человек, которые будут представлять Казахстан, Республика Армения, конечно, в итоге. Стоит отметить, что в прошлогодних соревнованиях «Воин Содружества» казахстанская команда взяла сразу несколько первых мест. Военные уверены, что и в нынешнем году наша команда станет лидером. 4-е армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа. В ходе игр планируется провести 28 международных конкурсов, которые пройдут на территории 7 государств – Азербайджан, Армения, Беларусь, Иран, Казахстан, Китай и Россия. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солболстер.